В последнее время все больше любителей активного отдыха привлекает город-герой Ткварчан и его окрестности. Среди них местные жители и туристы. Оно и неудивительно, ведь в Ткварчале много живописных мест, в их числе, конечно, водопады. По дороге Бакармару открывается потрясающий вид на гору Лашкендар и реку Аутсга. Это первая остановка. Все туристы с восхищением фотографируются на фоне горы. Мы едем на водопады. И вот самое интересное для нас – это водопады и красота абхазской природы. Мои дети приезжают сюда уже в 6-й раз, я в смысле в Абхазию. Я, наверное, 3-й или 4-й, у вас прекрасная страна и природа просто потрясающая. Очень дружелюбные люди, очень гостеприимные, у вас прекрасно и замечательно. А еду, конечно же, за красотами, за потрясающей природой. На этом месте уже в течение 2 месяцев идет строительство смотровой площадки в виде открытой ладони, что является символом абхазского гостеприимства. Сейчас работы близятся к завершению. Автором идеи данного объекта является житель Ткварчала, предприниматель Арлан Кокубава. По его словам, смотровая является исключительно экскурсионным объектом, а не памятником, как полагают некоторые пользователи абхазского сегмента Facebook, где идет активное обсуждение строительства этого объекта. По маршруту нашему это будет первым экскурсионным объектом, у которого будут останавливаться наши гости. Касаемо нашего святилища Лашкендар-Ноха, вот мы видим на фоне гора Лашкендар, но хочу тоже отметить, что до этого святилища, до Лашкендар-Ноха, отсюда ехать еще 1,5–2 километра. То есть мы эту смотровую не установили в каком-то священном месте. Такие разговоры идут, но просто я думаю, это все из-за того, что люди географически не до конца разобравшись, по фотографиям сделали какие-то выводы. Я их понимаю, я понимаю, что эти люди также любят нашу страну, переживают за нее. И мы со своей стороны сделаем все, чтобы как-то не задеть нашу природу, да, нашу культуру. По словам Арлана Кокубава, прежде чем начать строительство смотровой площадки, они согласовывали его с соответствующими службами в районе. Рядом со смотровой предполагается еще установка тарзанки. В наших планах по-быстрому завершить эту руку, для того, чтобы на ней успели пофотографироваться, это в виде рекламы, то есть будет своего рода, может быть, не визитная карточка Ткварчала, но будет еще один объект, который будет так или иначе привлекать к нам гостей. Мы хотим со сборов этого экскурсионного объекта официально 10% отчислять фонду инвалидов нашего города. В 12 километрах от города находится Акармарский водопад. Высота его достигает 40 метров. Красота и сила бурлящей, не спадающей воды не может не впечатлять. Все очень хорошо. Природа просто замечательная. Райское место. Советую всем сюда приезжать и отдыхать. Здесь же у водопада расположился ресторан «Апасха семьи Кокубава», где туристы могут попробовать блюда национальной кухни. Как видно, людей здесь немало. Сюда едут не только по индивидуальным турам, но и экскурсионным. По словам гида, восточное направление Абхазии все больше пользуется популярностью среди туристов. Мы приезжаем практически каждый день из Гагры, из Пицунды, из Сандрипша забираем, из Сухума иногда подбираем, из Нового Афона. То есть практически вся география, все побережье сюда едет на Ткварчальские водопады. Наша турфирма «Твоя Абхазия», но есть и другие. Я знаю, что «Библиоглобус» уже возит сюда, да, но в основном «Твоя Абхазия» изначально разрабатывала это направление, и это труд, который был ими проделан. Чтобы добраться до остальных водопадов, туристов пересаживают на внедорожники, так как путь к ним достаточно сложным. В основном перевозка туристов занимаются местные жители. После сильных дождей проезд стал еще более трудным. Арлан Кокубава рассказал, что им практически после каждого сильного ливня приходится заново засыпать дорогу. Минут 10-15 езды по бездорожью, и открывается вид на водопад Ирина, которую Арлан Кокубава назвал в честь своей мамы. Дорогу на водопад они проложили в 2016 году, и он стал доступным. Высота водопада около 40 метров. Неподалеку от него есть еще один водопад. К примеру, этот называется «Великан». Его высота достигает 100 метров и является самым большим. Безусловно, красота этого водопада не может оставить равнодушным абсолютно никого. Кристальные струи воды, которые с грохотом падают с головокружительной высоты, поистине завораживают. На мощь и величие водопада можно наблюдать часами. Вообще великолепно, вид прекрасный, запахи, вот знаете, такие аутентичные, такой вот джунгли, ощущение джунглей, водопад, прям вот мощь какая-то такая, все великолепно. Идея развития туризма в Ткварчальском районе у семьи Кокубава возникла давно, но к ее реализации они смогли приступить лишь в 2009 году. И с тех пор шаг за шагом мечты воплощают в реальность. Мы начали завозить в Ткварчал группы по 2-3 человека максимум, я помню, были группы.
сажали здесь их на лошадок, и вот на лошадках отправляли в горы, на озера. И с каждым годом у нас этот поток увеличивался, и к 2013-2014 году появилась необходимость построить небольшой ресторанчик у первого водопада Кармарского. В 2016 году мы запустили этот ресторан, и те экскурсии, которые приезжали к нам, посещая Радоновый источник и этот водопад единственный, получалось, что у них осталось слишком много свободного времени. То есть эти оба объекта не проходили к часу, да, грубо говоря, дня. И вот остаток дня у них просто-напросто терялся. Поэтому появилась необходимость добавить какие-то интересные объекты природные. А вот я и двое моих друзей, втроем мы просто-напросто взяли рюкзаки и пошли в лес. То есть по реке выше и выше. И вот осенью 2016 года мы нашли эти два новых водопада «Ирина» и «Великан». Не менее популярный туристический объект в Хорчалском районе – Радоновый источник. Еще в советские годы за раз здесь могли принять около 300-400 туристов. Сейчас же на территории стоит небольшой коттедж с 9 номерами, сауна, бассейн с подогревом. В радоновых ваннах могут находиться одновременно 12 человек. Радоновые ванны очень полезны при лечении заболеваний суставов, позвоночника, сосудов, атеросклероза и других болезнях. У мужа есть проблемы со спиной. Мы знаем о целебных свойствах данных источников, поэтому стараемся приезжать сюда хотя бы раз 5-7 за лето. После сеансов, которые он здесь провел, он приезжал, прям жил здесь в гостинице. Весь год его спина почти не мучила. В среднем за последний турсезон экскурсионные объекты Тухарчала посещают около 50-60 тысяч туристов. Предприниматель Арлан Кагубава исправно платит налоги в бюджет района. Для расширения туристического потенциала Тухарчалского района планов у предпринимателя немало. Но решить их разом не удается по ряду объективных причин. Самая главная проблема сейчас – это состояние дорог. Больше 10 лет они своими силами пытаются выравнивать и подсыпать их. Но этого явно недостаточно. Я общался, встречался лично с большими турфирмами, да, с представителями больших турфирм. У всех первый вопрос – доезжает ли экскурсионный автобус до объектов. Как только узнают, что туда доехать невозможно на автобусе, конечно же, они просто закрывают тему Восточной Абхазии. Поэтому я могу сказать так, если в наше время, в данное время, в туристическую отрасль в Тухарчале вовлечено до 200 человек, то с появлением, скажем, асфальтированной дороги, я уверен, что поток отдыхающих, поток наших гостей увеличится в 5-6 раз, да, многократно. Соответственно, увеличится и количество рабочих мест у нас в Тухарчале также многократно. Поэтому мы очень надеемся, что нам помогут с этим вопросом. Тем более мы общались с представителями власти. Нам пообещали помочь вложить данный проект, то есть данную дорогу в инвест-программу. И я не знаю, там через год, через два нам этот асфальт положат. Выше горных водопадов Тухарчала есть и не менее живописные озера. Сейчас к ним путь непроходим. Но, как отмечает Арлан Кагубава, в скором времени они приступят к работам по прокладке нового туристического маршрута. Алика Тавш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.